Приветствую вас. Я думаю, что ваша жена, вообще-то говоря, не оказывает вам внимания не потому, что не хочет. Я думаю, что дело здесь все в том, что ваша жена просто не умеет проявлять такие вот элементы, если угодно, флирта дистанционно через интернет. То есть есть люди, которые могут общаться через интернет совершенно спокойно, да, могут там флиртовать, могут там говорить какие-то вещи, не очень приличные, да, и так далее. То есть все это могут люди эти делать. Есть те, кто делать этого не может. И хорошо это или плохо, мы сейчас брать в расчет не будем, потому что это не особо важно. Но однозначно можно сказать, что ваша жена делать этого не умеет. И возникает тогда вопрос. Вопрос к вам. Если это так, пробовали ли вы свою жену, условно говоря, этому научить? То есть, пытались ли вы объяснить ей, что вот вам нужно там определенное внимание, что вам нужно там определенное, определенное поведение от нее и так далее? Пытались ли вы до нее этот момент донести? Если да, то что она вам говорит? Понимаете, если человек действительно по интернету не может взаимодействовать так, как вы бы, например, того хотели, то ее что, заставлять, специально заставлять вы их предлагаете, или что? Или как? Вы просто вот сами для себя попробуйте для начала это определить. Потому что, если честно, пока не очень понятно. Далее, конечно, было бы здорово, если бы вы сами для себя сформулировали, какое именно вам нужно поведение со стороны жены. То есть, как и что вы хотите, чтобы она делала по отношению к вам, когда, я так понимаю, вы не вместе. И вот в зависимости от этого уже и нужно исходить. То есть, если вы хотите там определенного поведения, дайте ей это понять. Если она не может вам дать того, что вы хотите, то постарайтесь либо принять то, что она не в силах вам дать, либо терпеливо старайтесь ее как-то научить, потому что если человек не умеет, то сперва его требуется обучить, чтобы все-таки он умел, а потом уже, когда если человек научится, уже можно будет требовать от него что-то. Понимаете? Пока вы ее, то есть свою жену, не научили, нельзя от нее, нельзя просить, чтобы она вам дала то, что
вы хотите. Она вполне вероятно, что она вообще-то сама даже не понимает, что вам нужно от нее. Вот. Ну а вообще, конечно, вопрос ваш, я думаю, имеет смысл немножечко дополнить. Вопрос ваш, я думаю, имеет смысл немножечко развернуть, потому что вот пока, исходя из того, что вы написали, понятно только то, что у вас не получается как бы донести до своей супруги какие-то свои желания. И тут ведь еще нельзя забывать, что в данном случае многое определяется какими-то материальными, то есть не материальными, прошу прощения, моральными нормами. То есть, если, например, для вас норма, что вот, допустим, для вас норма, что вы там по интернету, да, как-то можете что-то такое говорить, писать, там, делать и так далее. А для нее, например, нет. И вам нужно, если вы свою жену любите, вам нужно это уважать. А других вариантов, к сожалению, у вас нет. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Было бы лучше, если бы вы, конечно, несколько более подробно обрисовали свою ситуацию. Было бы лучше, если бы вы более детально ее обрисовали, потому что вот исходя из того, что вы написали, можно лишь дать вам какие-то такие самые-самые, что ни на есть, общие рекомендации, а помочь вам хочется, потому что, как я понимаю, для вас это важно. И не хотелось бы, чтобы, например, ваш брак остался только потому, что вы не смогли своей супруге донести, чего вы хотите от нее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.